Всем привет, ребята! Вы на канале Джуджи, и с вами Юля. Ну что ж, я же знаю, как вы любите распаковочки, и поэтому я не могла вас оставить без распаковочки. Так что сегодня у нас такое вот письмо, но в этом письме столько всего, вы просто не представляете. Посмотрите, какое оно огромное, оно такое достаточно даже тяжелое, хоть там лежат бумажки, но это довольно тяжелое письмо. И сейчас немного предисловия о том, что же там лежит. Так как я думаю, вы знаете, что у меня есть ноутбук, на нем очень мало стикеров, и я искала по Инстаграму, где же можно купить стикеры. Сейчас в основном как раз-таки заказываю не просто все в сайтах, ищу где-то в интернете, а ищу все в Инстаграме, потому что это намного удобнее, проще и так далее. Так что нашла сайт No Kids Stickers, стикер-пак со своим любимым сериалом, но думаю, вы его многие знаете, и немного напишите сейчас, остановите на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, что это за сериал, и продолжайте смотреть, потому что я вам его, конечно же, тут покажу, что же там лежит. И поэтому в этом магазине No Kids Stickers я нашла себе много стикер-паков. И вот как раз-таки заказала, они мне пришли, кстати, пришли, наверное, где-то за неделю. И решила показать вам, потому что я знаю, что вы любите распаковочки, любите тоже что-то заказывать. И вам они всегда бывают полезны, потому что я просто тоже их обожаю, всегда смотрю. И что-то вот как раз-таки заказываю по советам других блогеров. И я надеюсь, что вы тоже их закажете что-то по моим советам. Поэтому давай сейчас будем распаковывать. И посмотрим, что же это за стикеры, потому что я не знаю, как они выглядят, то есть по качеству, надеюсь, что они хорошие, потому что я достаточно очень много их взяла. И сейчас посмотрим с вами какие. Открываем письмо наше и смотрим. Вот, смотрите там, ребятки, вы первые смотрите, как всегда. Ой, сколько я листиков заказала, я прям, конечно же, никогда не мелочусь и беру очень много всего, вы знаете, то беру 3 блокнота, 2 канкина и так далее, потому что я просто не могу мелочиться. Ой, сколько тут выпадает, сколько я всего заказала. Сейчас вам буду показывать, начнем вот с первых, и, кстати, буду показывать, что куда буду клеить, потому что у меня еще есть немного идей. Кроме ноутбука, куда еще можно их приклеить, так как они виниловые, и их с легкостью можно просто потом отклеить и ничего не повредится. Как видите, я заказала первый вот такой большой стикер-пак. Тут различные в космосе как бы летают зверьки. Мне он очень понравился, потому что такой миленький, маленький. Посмотрите, сколько тут зверьков. Очень много разных. И просто они такие, кстати, качественные, эти стикеры. Я не ожидала, что они будут настолько качественные. Просто вообще прорисовано, также это тоже, вот как видите, там написано nokidsstickers.ru, то есть это тоже их фирменные стикеры. Далее, Ривердейл, ребята, Ривердейл, господи, я их так давно хотела. Я по всему AliExpress искала различные товары с Ривердейлом. Из этого всего нашла только себе чехол. Никаких стикеров с Ривердейлом я не нашла. И решила вот поискать в Инстаграме и нашла у nokidsstickers такие вот стикеры с Ривердейлом. Я так счастлива, потому что, честно, это мой любимый сериал. Я вообще не очень много люблю смотреть сериалов, но вот на Ривердейл я просто запала. С нетерпением жду следующий сезон, скоро он выйдет в сентябре или в октябре, я точно не помню. И посмотрите, какие они классные. Тоже милашные стикеры, они с котятками. Смотрите, тут кот-единорог, ночной тык-тык-тык. Это просто мой лепс по жизни, ночной тык-тык-тык. Просто эти стикеры так доставляют удовольствие, потому что они такие милые. Далее я заказала еще маленькие стикеры, потому что мне они показались тоже милыми. Вот такие вот, например, смотрите, тут какие-то растения, кактусы. Также листья монстеры мне, кстати, сказали, это не листья пальмовые, а листья монстеры. Извиняюсь, я не знала, теперь буду знать. Следующие с девочкой, тут написано Зая, Мяу, такие типа 100%, тоже классные. И мне безумно сильно понравились, поэтому тоже будем сейчас клеить куда-нибудь. Ну, блин, это летние стикеры, к сожалению, лето закончилось, но всегда лето останется в наших сердцах. И, конечно же, скоро оно, через 9 месяцев снова будет, поэтому не расстраиваемся и ждем нового лета. И вот такие вот с цветочками заказала просто тоже куда-нибудь для разнообразия, чтобы повешать и так далее. Кстати, тут еще интересная фишка, то, что кладут какой-то дополнительный подарок. Я, честно, об этом не знала, и мне положили вот такой вот стикер, и также нужно дополнительный подарок получить, сообщить кодовое слово, но показывать я вам не буду, потому что это только тем, кто заказал. Но вот такой вот, как видите, подарочек вручают, и можно сказать кодовое слово, также номер заказа, и получить какой-то дополнительный подарок. Это очень круто. Следующее, это еще вот такие вот маленькие стикеры, так как видели, есть огромные стикер-паки поменьше, и вот совсем маленькие, это просто одна наклеечка, но он достаточно огромный, как видите, вот с мою ладошку. И тут, например, написано «Love you, dream come true», то есть это такая
такая мотивирующая цитатка, я их очень сильно люблю. Думаю, вы по моему инстаграму знаете. Кстати, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. И также, вот как видите, вот так вот называется. Джулия, нижнее подчеркивание, Джулия 13. Поэтому обязательно подписывайтесь. Вот такая вот наклеечка. И еще есть вот такая вот наклеечка, зелененькая, тоже с какой-то мотивирующей цитаточкой. К примеру, звездочку и украшиваю вот сюда куда-нибудь, потому что, как видите, у меня есть тут уже стикер. И я их очень сильно люблю, поэтому не могу обделить мой статив, потому что он 24/7 со мной, поэтому давай сейчас куда-нибудь прикрепим. Сюда креплю звездочку, прикрепляю розовый цветочек вот сюда. А теперь закрепляю голубой, вот сюда. В компьютере у меня есть две наклейки, я сейчас на высоте и место для идей. Сейчас прикреплю еще парочку, чтобы немного раскрасить свой ноутбук. Вот сюда. Опа. Вот так вот у нас получилась надпись Riverdale. Они, кстати, очень легко клеятся. Вот сюда. Красота. Рубан, как видите, он у меня просто серый, такой вообще невзрачный. Хочу вот сюда прикрепить стикер отсюда. Наверное, скорее всего, возьму кого-нибудь, просто глаза разбегаются, не знаю, кого выбрать. Наверное, возьму вот этого смешного кота. Крепим. Опа, и вот такой вот у нас котяра теперь на моем повербанке. У меня получился очень красивый, тут лолипоп, тут мой кот. И так круто сочетается с поп-сокетом, прям вообще супер просто чехол теперь у меня. В общем, не так понравилась эта наклейка I'll never stop loving you. Мне очень ее понравилось. Смотрите, какая милая. И тоже я решила ее прикрепить где ноутбук. Вот так вот теперь выглядит мой ноутбук. Кстати, специально для вас попросила промокод на скидку 10% для моих подписчиков. Промокод Джулия. Так что, если хотите что-то заказать, обязательно называйте промокод Джулия. И вам будет скидка 10%. Поэтому заказывайте. Что ж, ребята, вот такое вот было видео распаковочка. Я надеюсь, что вам эти стикеры понравились. Обязательно ссылочки на NoKids Stickers оставлю в описании, потому что как я распаковочку сделала, а ссылочку на сайт не оставила, потому что, чтобы вы меня постоянно спрашиваете, когда я не оставляю ссылки, где ты это купила, где заказала, поэтому обязательно вам оставлю все в описании. Смотрите, переходите, там очень низкие цены, и поэтому с радостью вам могу их посоветовать, потому что сама заказала, проверила качество и так далее. Кстати, я думаю ввести рубрику, когда я буду проверять различные инстаграм-сайты, и буду вам говорить также хорошее, нехорошее. Если хорошее, то оставлять ссылочку в описании. Если нет, то, увы, тогда проверка не пройдена. Это было видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то, конечно же, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ну а с вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра и всем пока-пока!